Чешский национальный банк позитивно относится к криптовалютам. Согласно статье с веб-сайта Чешского национального банка, вице-президент ЧНБ Маймир Хампл заявил, что не нужно бояться биткоина и других независимых валют. По его словам, краеугольным камнем экономики является динамизм. Хампл считает, что экономика требует нестандартной политики. Прага является домом для большого сообщества сторонников криптовалют. Многие пользователи цифровых валют считают, что криптовалюты могут стать реальной альтернативой существующей денежной системе.